Самое приятное, что случилось со мной в этом году, это когда неприятные мне люди вдруг резко перестали со мной общаться. Это как будто мусор вынес себя сам. Мне вроде как не трудно, но все равно приятно. Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Ермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Те, кто со мной дружит на протяжении уже 3 последних лет, знают наверняка. Я не люблю подводить итоги, я не люблю розовые сопли. Если дома никто не нарядил елку, то я сделаю это примерно так. Да-да-да-да, я не классическая Барби с длинными ногтями, высокими каблуками и манящим декольте. Хотя я прекрасно понимаю, что именно такие хорошие девочки больше всего нравятся плохим мальчикам. Но я искренне верю, что и мое время тоже когда-нибудь придет. Но что мы все обо мне, да обо мне, давайте уже приступим к важному. Например, к новости, с которой я не успела познакомить вас на прошлой неделе. Оказывается, Институт психологии РАН решил исследовать настроение россиян через 9 месяцев после начала спецоперации. И знаете, несмотря на людские потери, санкции и повсеместный рост цен, россияне удивили социологов парадоксальным повышением оптимизма. Это сейчас была цитата. Оказалось, что до известных событий в светлое будущее верили только 45% опрошенных. Сейчас эта цифра выросла до 58%. Ну, оно и понятно, сам себя на успокоительное не посадишь, никто не поможет. С экрана телевизора Симонян все время говорит о ядерном взрыве, Гааге и всеобщей мобилизации. Заходишь в магазин, смотришь цены и понимаешь, что кушать-то, в общем-то, и не хочется. Я, кстати, на этой неделе решила обновить свою сковородку. Ну, думаю, выйду в офлайн, потрогаю, подержу в руках, приценюсь в конце концов. И в поисках обновки зашла в первый попавшийся гипер. Та-дам! Это цена сковороды, причем, как вы видите, по какой-то мега-акции. И знаете, что самое удивительное? Что когда я спросила у консультанта, идет ли к этой сковороде в подарок холодильник, он так неподдельно удивился, но не растерялся и тут же предложил мне рассрочку. Дожили, подумала я, сковорода и та в рассрочку. Короче говоря, вы поняли, что ушла я в этот день без покупок, а дома поняла, что и старая посуда тоже ничего. Но я опять отвлеклась, мы же про оптимизм, вот давайте про него и продолжим. Помните всех тех, кто еще буквально в прошлом году говорил, лишь бы не было войны? Так вот, в этом их риторика резко поменялась. Они всерьез считают, что на территории Украины сейчас идет не вооруженный конфликт, а раскрытие российского потенциала. Типа, что вы там, молодежь, понимаете? Санкции – это возможность страны стать сильнее, а спецоперация – это возможность сделать сильнее народ чужой страны. И плевать, что за этим стоят чьи-то жизни. Так, друзья, а что же все-таки тогда важнее? Лишь бы не было войны? Или миру мир, но ценой многих покалеченных судеб? А то тут двойными стандартами попахивает, ну или явным переобуванием в полете. Хотя, как говорит мой коллега, если вовремя переобуваться, то ноги не воняют. Жаль, что это правило не работает в большинстве других ситуаций. Вот, например, на этой неделе член Челябинского совета Федерации не Маргарита Павлова решила начать выгружать россиян из абортивного мышления. Ну, типа тем фактом, что до 12 недели беременности государство оплачивает женщинам аборт, оно роет могилу самому же себе, потому что как бы поощряет отсутствие роста населения. Ну и типа такие вещи в России нужно запретить. А я смотрю на эту ухоженную женщину и думаю, тетя, а где подвох? А он оказался ближе, чем я думала. Разговор одной мамы со священником, которая, она говорит, ну это же мой единственный сын. Я, говорит, его отправляю, как мне жить, как дальше? Он говорит, а это же твой выбор был. Ты же выбрала одного сына. У тебя была возможность
иметь больше детей. Это результат твоего духовного выбора тогда, в молодом возрасте. И здесь это всегда духовный выбор в том числе. А, ну вот теперь все встало на свои места. Теперь понятно, зачем Павлова так топит за нерожденных детей. Ну, чтоб не было так мучительно больно отправлять на спецоперацию единственного ребенка. А так, если у тебя их два, то второго и не жалко. А ну-ка, Маргарита, просветите-ка, а сколько детей родили и воспитали вы? И сколько из них сейчас отправлены вами на спецоперацию? Ну, не, может быть, я зря просто тут возмущаюсь, и вы, Маргарита, тот редкий пример чиновника, когда слова реально не расходятся с делом. А если серьезно, друзья, я такие вещи даже комментировать не хочу, потому что, как по мне, так это явно что-то на тупом. И если вы кого-то и собираетесь пустить в свою кровать третьим, то прежде убедитесь, что это не власть. А то сначала они запрещают аборты, а потом громко кричат: «Государство не просило вас рожать». Правда, справедливости ради отмечу, что кое с чем государство нам все-таки поможет, а точнее не нам, а тем, кто рискует навсегда остаться, но только в памяти и на портретах. На этой неделе секретарь единороссов Андрей Турчак предложил наносить на фасады школ изображения с героями спецоперации. Также и он же предложил рассмотреть возможность присвоения школам имен героев. Типа так мы убьем сразу двух зайцев, пополним кассу патриотизма и расскажем землякам о подвигах их вчерашнего соседа. Ну? Как вам идея? Это ведь бомбическое решение — разрисовать учебные заведения лицами, которые к нему не имеют никакого отношения. Может, все-таки Пушкина? Или если умер не в Украине, то и не герой. Вот лично я не понимаю смысл инициативы. Зачем, скажите мне, зачем превращать Россию в кладбище? В Екатеринбурге, например, что-то подобное уже реализовано в нескольких районах города. Едешь по автомагистральной к Пехотинцев, а там портреты, портреты, портреты. Но там они хотя бы на рекламных щитах и ни к чему не обязывают. Но зачем они на стене школы, когда у нас герой Великой Отечественной и то на мемориале в строчку, а тут почему-то гордость за современников должна выливаться через край. Ну и если Единая Россия инициативу протолкнет, то почему бы и им самим не принять в этом участие? Сколько там у нас героев? Вот взять каждого и увековечить на эмблеме флага единороссов, да расставить по всем чиновничьим кабинетам, чтоб не забывали, чем 2022 должен запомниться. Кстати, да, программа-то у нас ведь новогодняя, поэтому предлагаю насыпать и немного конфетти, но с привкусом все той же Единой России. На этой неделе партия власти решила, что без подарков к Новому году депутаты остаться не должны, и выкатила кодекс публичного позиционирования власть имущего. Всего в документе 11 пунктов, но самые интересные — это не писать посты в неадекватном состоянии, не называть вещи своими именами, ну то есть не ругаться матом, и не выкладывать в сеть свои новогодние посиделки с предметами роскоши или экзотическими путешествиями. Надеюсь, Единая Россия сейчас поняла, что своими же руками нарисовала портрет среднестатистического депутата. Это классический неадекват, способный только на написание постов, проплывая на собственной яхте мимо острова Лиссабон. А в остальном соглашусь, потому что пока одни выкладывают в сеть фотки с хэштегом «сказочно е Бали», другие рюмку водки рядом с черно-белым портретом, большинство уже не надеется ни на что. С Новым годом! Ура! Господи, пожалуйста, спаси и сохрани. Спаси и сохрани, Господь. Но вы только не думайте, что депутатам закрыли рты, так же, как закрывали нам весь уходящий год. Нет, тут дело вовсе не в этом, и даже не в том, что мы с вами в очередной раз смахнем скупую слезу, видя, как другим хорошо. Вангую, что пахнет тут совсем другим. Новыми налогами, например, на незадекларированные яхты и квартиры. Да и грабители в новогодние праздники не дремлют, поэтому Единая Россия решила: все свое ношу с собой, но подальше от людских глаз. Слушайте, друзья, а давайте-ка запилим им годный такой ответ. Даже если настроение не праздничное, даже если танцевать совсем не хочется, а выпить просто не за что, все равно давайте проводим последние 3 года так, как будто бы их и не было.
давайте не забудем загадать самое главное желание и проведем эту ночь так, чтобы утром было немного стыдно за будильник, поставленный на калькуляторе. С наступающим вас, мои дорогие! Ну а я перелистываю эту страницу, чтобы увидеть вас снова на том же месте и в тот же час. Всех люблю, пока-пока!